Я Романов Филипп Дмитриевич, основной любитель первооткрыватель 45 переменных звезд. К 1 сентября 2018 года, как и в прошлом году, я был лишен возможности подготовиться для поступления на обучение на астронома. Из-за невозможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате в коммунальной квартире. И из-за невозможности продать данную комнату беспрепятственно. Я прошу помощи у неравнодушных людей в продаже моей комнаты, чтобы я смог купить себе иное жилье, безопасное для проживания и для занятий наблюдательной астрономией, и в котором я смог бы подготовиться для поступления на астронома и совершать новые астрономические открытия.